Здравствуйте, дорогие подписчики канала Калинка Малинка. Сегодня 11 мая. Приехали мы к нашему другу, который у нас покупал морвилы в тепличку, специально, чтобы вам показать на второй год, что с ней происходит. Как видите, малинка в теплице растет и пахнет. Вот так. Малине в теплице второй год морвили. В прошлом году она вот... Мы приезжали, показывали вам. Урожай был отличный у него, да, и качество ягоды было отменное. Вот. Высота достигала до 3 метров, говорит. Ну и у меня в теплице, в принципе, тоже было 3 метра. Вот. Сейчас старые побеги вот у него. Вот они, видите, как говорят, фиолетовенькие. Стоят как солдаты. Вот, начинают цвести. Вот. Смотрите, что творится, какие латералы гроздями вот уже отцветает, показывает первые ягоды. Наверное, к концу мая ближе, я думаю, что ягода уже будет. Вот. В этой теплице было высажено около 200 саженцев. Все благополучно принялись, да, имеют хороший рост. Сами видите, кусты все какие, как на подбор, все на заглядение. Конечно, где-то может нужно оборвать лишнее, да? Ну ничего, чуть-чуть густовато, может между ряди узковато, но сами знаете, что в теплицу стараются как можно больше затащить. Вот оно, морвила. Приятно посмотреть и трогать рука, да, когда такой результат. Вот, бутончики, смотрите, их просто очень много. Это все на старых побегах, да? Сейчас старые побеги отдадут. Вот они. Потом их обрезают, и все, что снизу новое, оно будет давать в конце августа. То есть ремонтант. Вот здесь уже даже ягода есть, видно. Смотрите. Точку роста прервал он, сверху обрезочку сделал. Как-то так. В прошлом году, в первый год он высадил, собрал около 200 килограммов малины. Смотрите, какая ягода. Красавица. Вот еще ягодки. Вот. Все кусты живые, смотрите, зеленые. Тьфу-тьфу, красота. Ну, конечно, требующая ухода. Вот шмелик работяга. Видите как? Опыление идет полным ходом. Морвила, конечно, для теплицы это отличная малина. В теплице вообще она дает намного больше и качественнее урожай, чем в открытом грунте. И в открытом грунте хорошо дает, но в теплице... У нее урожайность намного выше. Вот. Междурядье здесь сделано у него, даже сейчас посмотрим сколько. Междурядье здесь сделано 1,20 м, я смотрю, примерно 1,20 м, 1,30 м. И через полметра вот он посадил. Ой, к сожалению, ширину и длину теплички я не знаю. Но побеги, смотрите, какие мощные. Старые побеги мощные. И латералы эти тоже очень мощненькие, которые идут. И смотрите, какие латеральчики побеги. Тоже очень мощные. Вот, гроздевая. Красотень. Вот. Приятно просто смотреть на здоровую малину. Хорошо растущую, ухоженную. Когда видишь... Результат своего труда. Аж рад, что этим занимаешься, как говорится. Вот сверху подвязано проволочкой. Видите, да? И снизу уже шпагатом дотянул, чтобы не вываливалось. Все это, конечно, надо поправить чуть-чуть, но это дело исправимое. Ну вот, сейчас тут вам одну грозочку покажу. Смотрите, что с урожаем.
моровила во всей своей красе. Даже вот чуть-чуть цвет наливает. Вот видно, да? Вот, вот это моровила. Вот так. Ну все, как-то так. С вами была Калинка-Малинка в тепличке с моровилой, с отличными красивыми кустами, хорошим хозяином. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!